самый уродливый пес в мире. В калифорнийском городке Петалума прошел очередной конкурс на звание самой уродливой собаки. Победителем конкурса стал 17-летний метис чихуахуа и китайский хохлатый по кличке Свиппи Рэмбо. Пес имеет забавный ирокез и слеп на оба глаза, и к тому же постоянно у него высунут язык, а в повседневной жизни он носит подгузники. Хозяину собаки вручили кубок и денежный приз в размере 1500 долларов, который он намерен потратить на удаление опухоли, которая появилась недавно во рту его питомца.